Лариса Красопева, мне 9 лет, и я занимаюсь хоккеем. Это полевая форма игрока. Я еще одеваю нагрудник. Он защищает грудь, спину и плечи. Еще я одеваю такие вот налокотники. У меня, кстати, это розовые шнурки, розовая клюшка и розовый шлем. Номер у меня 7. Я ее сначала пыталась привить любовь как раз к более таким девочковым видам спорта. Это танцы, гимнастика, ну куда бы мы ни ходили. Ничем успешным это не заканчивалось. Потом папа предложил привести ее в хоккей. Она прибегает с такими глазами, с большими. «Мама, там этот борт, я врезалась». Я один раз получила сюда травму и потом падала много раз. У меня не было страха упасть. Хотя я падала, мне это наоборот веселило. Я была на лучше всех, и там я угадывала хоккеистов, а потом такой бац, Никита Нестеров вместо обычной это, картонной фигуры появился. Ты стажевой? Да. Я фанатка и трактора, и школа Сергея Макарова. Это почти что одно и то же. Да, хочу первое место занять в моей первой игре. Когда я буду играть, уже буду взрослый такой. И выиграть на Олимпиаде первое место за Россию.